Что ты с веником, говорят, ты осталась на хозяйстве, и все, и веника нету? Скажи, веник был хороший. О, грызет кожу, смотри, Люда. Она разгрызла. Ты что там взяла? Это я, видимо, когда несла. Зацепила она дырочку. Нашла. Что, вкусно, да? Вкусно. Воровочка. Ты воровочка. Все, а это другой мешок. Тут дырочки нету. Дырочки нет. Но она, конечно, тьфу-тьфу-тьфу, в форме отличной. Вот ей масло лосося зашло вообще бомба. Ей зашло все, все заходит. Да. Нала. Да. Ой. Вот сейчас я одену на тебя строгач, и все, покажешь, собака, какая ты. И собака изменится здесь. Тут же. Покажи, как лежать. Ты строгача не покажешь. Что, красивенько пыталась показать? Нала. Лежать. Во! Легла. О, как мы можем. И так мы ем, и так. Ну, хорошо. Мы можем стоять. Можем не стоять. Можем сидеть. Можем сидеть. Пока что эмоций больше, чем соображал. Так она же малышка еще. Маленькая. Сколько еще? 24-го был год. Вот и месяц уже. Кот и месяц, да. Это 24 августа. А Вороночка веселая такая, улыбака. Вот где собака. Скажи, улыбака. Как лежать. Вот, молодец. Как лежать. Но это ненадолго. Такой пообщаться. Легче пообщаться. Сейчас Наташа снесет. Со строгачом гуляем, все выполняет. Только снимаю строгач. Вот. Ну это нормальный строгач, да? Ну нормальный строгач, не тот, который был раньше. Ну, наверное, тот, который был. Но там все выровнено, да, уже? Ну, уже да. Ну, слава богу. Вот Тонечка. Оно сидеть. Покажи, как ты кулаки. Умеешь. Ты умеешь ведь сидеть. Ты сможешь. Может. Сидеть. Вот, выполняй. Лежать. Стоять. Молодец, какая гуляй. Собака, умница. Ну, гуляй, не получилось лучше всего. Гуляй лучше всего. Все, Наташа, нападение на тебя. Ко мне. Выполняет. Много всего интересного. Сейчас будет бежать. Ко мне. Лучше держаться за забор. Одна гуляла, не была закрыта, нет? Все время гуляла, да? Ну, тут во дворе. Во дворе, да? Нала, ко мне. Собака, давай, иди сюда. Канала. Иди ко мне. Малочка. Ко мне. Думай, потом. Ну, иди ко мне. Давай. Ко мне, давай. Ну, не хочу. Она еще думает. Нала. Иди ко мне. Это пузико. Вот мы, это наша любимая поза. Попой на ступеньки. Чтобы пузико погладить, да? По-моему, она просто сейчас издевается. Издевается, еще как? Иди пузико погладь. Ну, иди. Любимая пузико. Спряталась, потому что знаешь, что ее сейчас поймают. А вот я язык вижу, язык. Же окно в доме. Вон язычок. Малышка пришла. Иди сюда ко мне. А ее нужно не поймать, а просто взять и почесать. И тут же отпустить. И она в следующий раз придет и будет очень довольна. Да. Ушла Нала. Иди ко мне. Налочка. Ай, там из домика все видно. Ну, домик, конечно, классный. Ой, Налочка. Держитесь. Домик классный. А где вы такое заказали? Ну, ребята, которые строят эти дома, я им проект показала. Я сказала, что хочу, чтобы было с окном. Личный, да? Личный проект. Единственное, что я там теплый пол не сделала. Нехорошо. Ей нехорошо. Чего, какая красавица. Конечно. Ты потому что знаешь, что ты не выполняешь команды. Она просто... Знаю, что ее могут поймать. Тут язычок виден, вот он. Язычок. Бежит. Все. Иди ко мне. Вот она здесь. Нала, ко мне. Иди ко мне. Вот. Ну, конечно. Пузико нужно почесать и отпустить. Ну,
Ну, конечно. Молодец, Аллочка, пришла по команде это ко мне. Это мы любим. Погладиться, это мы любим. Ну, иди, покажи, как ты бегаешь. Да. Все, теперь по команде ко мне будет приходить. А покажи. О, да, молодец. А как лежит Нала? Очень красиво Нала лежит. Нала как лежит? Нала красиво лежит. В лежании она профессор. Да. Стояние ему не очень. Стоять? Не, встала нормально. Встала. Она очень, кстати, хорошо формируется, очень красивый корпус. Но она не очень любится вот стоять. Не, да. Ну, это не естественно для собаки. Сидеть? Сядем. Красота. Малая девочка. Да. Только мы нашим воспитанием занялись чуть-чуть поздно. Да. Скажи, всю жизнь мы тут гоняли, а тут вдруг команды. Ну ничего, она чуть-чуть еще и будет уже более взрослое мышление, она будет более спокойная и послушная. Взрослое мышление. Ну, да. Люда хорошо сказала, но ей адвокатом надо быть. Да. Да, такая. Все, мы побежали. Очень было приятно пообщаться. Да, взаимно. Сейчас такая собака.